Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игрушки под названием Зуба, и сегодня будем играть на Льве Дюке, только перед этим мы купим на него крутую офигенскую стильку. Блин, не туда зашел. Я обещал, значит, будет у нас сегодня такая стилька, Герцог Саванны у нас называется эта стилька. Кстати, вот немножко не нравится то, что такая, знаете, темно-фиолетовая у него стилечка получается. Хотелось бы вот такую прям, чтобы, ну, яркая была, но что есть, то есть, давайте открывать, покупать. 250 кристальчиков у нас стоит, в принципе, недорого. И да, вот такая у нас крутая стилька на Герцога Саванны. Разблокирован новый скин. Ну что, погнали использовать, так сказать, нашу новую стильку. Блин. Сейчас посмотрим. Кстати, она уже автоматически надевается, давайте глянем ее. В смысле, почему автоматически? Просто вот берет и надевается. Вот такой у нас лев. Гляньте, как он головой поворачивает четенько. С такими узорчиками тигристыми. Но мне нравится, мне нравится. А ну, хвостик у него поменялся. Нет, хвостик какой был, такой остался, просто поменялся цвет. Обидненько, хотелось что-нибудь такое прям стилизованное, прикольненько. Ну да ладно, что есть, то есть. Берем нашего жесткого льва, и сегодня будем убрать 1200 рейтинга, потому что эта неделя у нас, так сказать, не очень лучшая по событию, потому что события здесь на сундуки и на бой в дуэте. Точнее, если быть на то, чтобы взять топ-1 в дуэте. И всего лишь 30 очков, это, короче, так... А по разблокировке оно стоит примерно как в прошлом ивенте, когда набиралось по 150 за одну победу. То есть понимаете, насколько вот это вот будет дольше, чем вообще, ну, ивент будет дольше длиться, чем прошлый. Поэтому как бы нет смысла. Кстати, двухдневное событие у нас еще активно, можно в принципе его сегодня будет добить. Тут ничего такого в нем сложного нет, заберите первые места по 60 очков. Но все равно долго, все равно долго. Поэтому мы сейчас идем играть на льве. Думаю, просто да, под 1200 рейтинга на всех персонажах, которые у меня есть 10 уровень. Или даже 9 тоже, да. Посмотрим, в общем. Так, у нас куча охранника. Видел там снизу два охранника. Сразу пойдем к ним. Немножечко рассказал я Никсу, что против льва у него нет шансов. Против 10 уровня. Да. Вижу там Брюса сверху, но с Брюсом пока драться не хочу. Легендарного бота убить. Но если Никс с ним сейчас здесь дерется... Нет, Никс с ним не дерется. Давайте сейчас на Никса нападем. Если получится. Не получилось, к сожалению. Вот обидно, да? Вроде бы вышел, все красиво сделал, но Никса не получилось завалить. У меня сейчас кофе закончится, я уже буду бесполезен против Никса на быстром промежутке времени. Ну, мы тогда пойдем бота убьем просто. У нас уже есть, в принципе, все, чтобы это сделать. Хотя, мне кажется, тут Ник с ним дерется, да? Разваливаем тогда кабину Брюсу пока что. Заберем с него аптечку. И заберем легендарную гранату. И не только ее, так сказать. У меня, блин, автоатака направилась на бота, поэтому ладно. Ну, Никс на бас. Никс на бас. Он же не видит, что я там где-то нахожусь, пока меня не дамажат, да? И такой, а почему бы не напасть? Еще один Никс сюда врывается. Получает от меня порцию свинцовых пуль. Точнее, свинцовых стрел. У нас есть легендарная граната, но это залог на топ-1. Изи. Броня, две аптечки, фулл хп. Ну, правда, бронзовый дроп. Наверное, сейчас с Никса выбьем еще немножечко дропчика, если он не убежит далеко. Какой-то странный. Никс, ну ладно, я просто не хочу за ним драться, потом, ну, гнаться. Потому что если побегу туда, мало ли что со мной случится. Может, там 12 уровень где-то сидеть будет, понимаете, да? Оно мне надо? Нет. У меня фулл вообще закуп. У меня легендарная гранатка есть, у меня все хорошо. А зачем мне лишний раз, так сказать, терять преимущество, да? Ну, вот сейчас так ворвемся на кого-нибудь. Главное сейчас не отвлекаться. Никса шотаем. Забираем с него аптечку. И бежим вон туда. Юзаем стан. Почему стан? Потому что здесь есть противники. И им не могут помешать нормально сыграть. Блин, не попадаю, кстати, в джейд. Обидненько. Вижу там еще одного льва. Вижу Никса 10-го. Врываемся на 10-го Никса, потому что он более жесткий противник, чем лев 9-й. Но мы как сейчас врываемся? Мы врываемся красиво. Я видел, что он сюда пошел, вниз. Он тут, скорее всего, где-то стоит. Так, за Ивейдили, он, думаю, второй раз туда не кинет же, не? Ну как, вот как это, ребят? Ну, вы видели, а? Я же все сделал правильно. Логично, я в него попал ультой. Никс у нас получает
по башке. Мы его добиваем, забегаем, берем аптечку с него, потому что, ну, аптечка нужна будет. Капец, это ускорение от пассивки льва и от кустов. Так, лев у нас, значит, где-то здесь, окей. Суть уловил, добиваем льва. И выйдем его ульту. И добиваем. Отлично, все делаем. Хиляемся, я не хочу просто спешить никуда, мне этого смысла нет. Вязаем ульту и убиваем Джейд. Парам-парам. Ну, немножко не попадаю, конечно. Луком, но... 10 уровень, вроде бы там Никс был 10, по сути он не мог создать конкуренцию, но это же лев, это же имба. Причем у меня сборка у него идеальная. Ну, на мой взгляд, идеальная. Конечно, можно ее будет фиксить на 16 уровне, но это 16 уровень, мне до того еще далеко. Кстати, почти выполнили все квестики. Вот. Убейте одного персонажа, Финн, как в фазе. То есть на фазике сыграем, будет одну каточку. Ну и что, погнали дальше. Первая победка у нас готова, надо еще оформить 4 победы. 4 победы, да, подряд. Оформить легко сказать, чем сделать. Особенно с этими играми. С десятыми пингвинами, совсем таким Никс пока что... Блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как же я промахиваюсь. Там видел бота обычного. Надо бы его убить по-быстренькому. Противников слишком много. Ультуем. Красиво. Попал. И сейчас добиваем пингвина. Его бот что ли добил? Мне показалось, его бот добил, если честно, ребят. У меня лук забагался, видите, не работал только что. Наконец-то откадешился. Ну что, у нас две аптечки, у нас... Вообще. Это даже дропом не назвать. О, кстати, минус пинг, понимаю. Игра не багается, не. Какая игра, ты ж... В этой игре такого не бывает. Просто, смотрите, идеальный пинг, опа, упал на красный, да, начал включать. Ну, логично, логично. В скобочках нет. Ладно, пойдем через... Блин. Блин, нам надо налить ник срочно. Значит, придется ускоряться. Значит, придется ускоряться сейчас. И бежать вот так вот. И вот тут врываться. Или... Не попал я, к сожалению. Ну, с кем не бывает, да? Вот, ну, ульт, видите, долгий. Из-за этого в таких ситуациях сложно как-то попадать. Это у нас какой лев, а? Какой лев? Посмотрите на эту стильку. Прям лев-саванна. Кстати, лучше бы саванну добавили. Я не знаю, еще раз рыбочки не запотели. Могли бы изменить скинчик. Ну, чисто вот подкрасить его, понимаете, да? Не нужно было, по сути, ничего менять такого прям жесткого в нем, да? Просто чуть-чуть подкрасить. Подкрасили бы карту именно, ну, вот такую всю сделали карту, чисто. И не надо было ничего менять в игре. Ну вот было бы норм всем, я бы, думаю, зашло. Могли бы нарисовать дерево, точнее, заменить дерево. Ну, нормально раздамажил, да? Даже увернулся от части урона. Правда, не очень удобно играть. Тут все дальники, как видели, там, блин, от них эти, никсы и тому подобная фигня. Блин, и все ворачивается. Ну что ж такое? Вот как мне против никсов бегать, а? Захиляюсь, возьму аптечку. Обойдется у нас Джоуи без аптечки побегает. Че я как думаю? Надо идти, короче, на мост. Точнее, не надо идти на мост. Сейчас они тебя начнут убивать там. Я выбегу с кустов, мне даст ускорение. Плюс зона мне еще пассивное ускорение даст. Я подожду просто. И за счет такого большого ускорения мы добежим по воде. По воде. Под водой, да. Ну, короче, пробежимся в воде. До вот этой вот территории и ворвемся в противников. Ну, на это и рассчитываю. Кстати, надо использовать максимум персонажа. Видите, нас начало пробивать и пошло. Ну, нормальное ускорение? Нормально. Чисто пробежали до конца прям. Тут у нас орел. Будем сейчас на него врываться. Ворвался, уничтожил почти соло орла. На мана. Умею ультовать, ребят, чекайте. А вот это я залетел красиво, да? Вообще просто красота. Я, кстати, не буду отставлять им аптечку халявную. Я ее заберу сейчас. Ладно, погнали на Никсавы, ворвемся. Так сказать, закончим уже. Ну и все, изи. Там какой-то Никс был вообще твин. Твин, нубас. 10 уровень, 2 победка подряд. Юху! Нормально идем, идем нормально. Хорошо, хорошо. Так, нам еще 3 победы. А зачем 3 победы, если осталось 2 победы, да? Ну я не уверен, что мы 2 победы возьмем. Не уверен, но хочется. Хочется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, хочу. Гляньте, какой тут дроп. Какой тут... Ах ты, Никс, гад.
На тебе, будешь мы еще гранату собирать. Видишь, какой наглый, а? Прилетел такой. Видели, кстати, Никс был с кофем, да? С кофем. Ну что, кофе помогло, Никс? Что-то не помогло, да? Ну, не переживай, когда-нибудь кофе тебе поможет. Главное, это уверенность в себе, Никс. Никс, слышишь ты меня? Если ты меня слышишь, конечно, да? Да, жирафа тоже уверенность в себе вообще. Просто уверенный в себе, ребят, вы видели, да? Он, знаете, он не убегал от меня, а бежал на меня. То есть такой, знаете, ща я тебя тащу. Ой, эти Никсы с кофем и очень уверенные жирафы, это, конечно, круто. Сейчас я хочу ворваться на Лизи сейчас. Вот сейчас ворвемся. Кидаем. Пошли. Красиво, 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 красиво. Правда, две печки сейчас валяются, надо бы их сейвить. Чтобы никто не пришел, не забрал. Либо наоборот, словить кого-то на эти аптечки. Ох, как же Лев хороший, да? Какая мордашка у него симпатичная. Такой прям Лев после отпуска. Пришел такой в зубы и такой, ща я буду разваливать. Кстати, а ну есть-то вообще что-то от Льва? Эй, братан, ты подожди. Немножко, кстати, его подамажил. О, можно сейчас аптечку юзнуть. Захилялся. Захилялся в полэты. Ну, короче, вот этот кусочек. Гляньте, тут даже на льва суминиров нету. Гляньте, жираф есть, крокодил. Кстати, крокодил, чекайте, ребят. Чекайте маску крокодила, да? Намек, намек. Ладно, погнали дальше. Что у нас по зоне? А то я немножко подтыкал. Все плохо. Все плохо, мы сейчас будем драться без какого-либо ускорения от кустов. Будет тяжело. Вижу Брюса. Драться с ним нет смысла, у меня... Ой-ой-ой, призыв. У меня все хорошо по аптечкам, у меня все хорошо вообще. Мне сейчас главное потянуть время, можно там побахать по каким-то нубасикам, вон. Луи побахать. Понимаю, копье, понимаю. Забираем дробовичок. Сейчас я отъеду, походу, от Луи. Минус я, походу. На, может, и не минус. Сейчас юзнем ульту нам. Ну, конечно, конечно. Почему нет? Почему бы нет, да, ребят? Да в смысле у него аптечка была? Да ну что ты такое, а? Умри ты уже. Не, ну они издеваются надо мной, ребят. Ну вы посмотрите, у них просто эти копья, которые отталкивают. Они мне не дают аптечки взять. Да, ё-моё. А, звери, просто звери. Один меня отталкивает, второй меня отталкивает. Кстати, Луи остался в итоге. И что ты мне сделаешь? Что ты мне сделаешь, а, Луи? На ближней дистанции ты ни о чем. Блин, я капкан не там поставил. Да ё-моё. Если он сейчас допустит какую-то ошибку, типа... Типа вот... Ну, ошибочку допустил Луи. Друган. Все, попался ты. Ага. ГГшечка. Развалили мы Луи, но он явно не очень умеет играть на своем персонаже. Я бы на нем отыграл намного лучше. Я бы использовал Канистругили, ну в общем. На Луи, кстати, да, поиграем обязательно. Потому что что-то давно на нем не катал уже. Хочется. Ну что, третья победа подряд, осталась двадцаточка. Фух. Одна победка, и мы топчики. Блин, быстро идем, кстати. Ну сейчас будет самая сложная победка, потому что последняя всегда самая сложная. Забираем дропчик, убиваем Джейдку. Ой, там ботики. Кстати, мы сейчас будем ботов разваливать в плане того, что будем получать от них урон. Спецом. Спецом буду получать урон. И еще мне нужно один урон получить, чтобы... Ботик, ну давай, ну... Ой, ты ботик, ботик. Притул к нему стану, все, попал. Молодец. Да ну почему, ну... Ах ты, жирафская морда, ну иди сюда. Не, ну вы видели? Я тут... там сверху кто-то аптечку забрал. Понимаю, ладно. Ладно, ладненько. Сейчас сделаем засаду на этого челика. Опа, легендарный дроп упал. Надо запомнить, у кого он будет. Чекаем, чекаем, чатик. Пингвин забрал. И бомбочку. И, кстати, сейчас можно пингвина шотнуть, смотри. Ну блин, ну пингвинчик, ну куда ты? Ну блин, так близко было. Легендарный забирает у нас хамелеон, это проблема. Если у него 10 уровень, это будет очень больно. У меня дробовика нету. О, вот это.
Вот это большая проблема. Срочно в кусты, срочно в кусты. Бежим искать дробовик. Ё-моё, без дробовика играть. Фух, вижу. Вижу какой-то бронз. Вижу какую-то бронзу здесь валяется. Джейд убежала, хорошо. Это хорошо. Видели у нее, кстати, итемка была, которая увеличивает в размерах. То чувство, когда попался не на бота, да? Который зафармил ивент. Вон Джейд. Сейчас нам главное ее словить, и можно будет шотнуть. Главное словить. Блин, сложно это дело. Попал? Попал. Отлично, шотаем Джейд. Быстро, быстро, быстро. Немножко не шотнулась. Джейд у нас вон ходит. Шотаем Джейд. Забираем аптечку первым делом. Юзаем стан. Ничем не попадаем. Все делаем отлично, конечно же. Ладно, добили все-таки мы пингвина. Забираем дроп. Вот это было жестко. Джейд победили. Видели у нее сколько усилений было? Я не знаю, скольких она убила, но... Она была уже огромная. Она была больше льва. Так. Вижу противника. Это хамелеон был. Подождите, хамелеон... У хамелеона же было, не? Давайте чекнем. Немножко хильнемся. Бочку сядем. И возьмем еще одну бочку. Наверное, на всякий случай эту бочку взорвал, потому что мало ли. Ой, кстати, тот жираф, которого я пошла капкой был. Иди, братан, сюда поговорим. Разваливаем все, что движется вообще. Какой тебе поддаваться? Ты че, офигел, братан? У нас тут жизнь не на жизнь, а нас. Точнее, бой не на жизнь, а нас. Ну че, четвертая победа? Царь Лев, не имба, не контрится, да? Да, да. Эх, хороший персонаж. Наверное, самый лучший, который сейчас есть. Мы взяли первого грандмастера. Да. Я после той обновы, которую я прошел, это мой первый грандмастер. Если чё. Ну да ладно. Я, в принципе, в этом ничего такого особо не вижу. Просто как-то, ну, знаете, не было такой цели достичь грандмастера, а теперь у меня есть. Гляньте, какая подставочка, а. Достигнут уровень грандмастера. Ну тут грандмастер, в английской версии грандмастер. Грандмастер мне как-то больше нравится. Вот такая у нас красивая. Теперь львиная грандмастерская штука появляется. Бонус к монетам, база персонажа, портреты, чека перед матчем. Чека, чека. Кто это переводил? Значок мастера, все дела. И давайте откроем золотой сундучок. Целый 1% на нового персонажа. И, ну, кто бы говорил, да. Фух, вот такие сегодня карточки крутые получились. Наш лев, дюк, имба не контрится. По поводу... самого крутого персонажа в игре. Давайте, наверное, не так чекнем. Давайте чекнем через рейтинг. Да-да, награда, то хорошо, конечно. Рейтинг. Вот, какой персонаж сейчас самый крутой, на мой взгляд? Это... Ну, одного выделить не могу. Их, не... их много. Их много сейчас самых крутых. Это Лев. Это Бак. Это Джейд. Потом из крутых персонажей это... На мой взгляд, Скиппи, но, возможно, кто... у всех свое мнение на него. И это... Орел. Орел и, наверное, еще немножко Шелли. Ну, точнее, не Шелли, а Ларик. Чуть-чуть совсем. Но это не точно. Это личный мой топ пока что. Ну, а на этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Берите 4 топ-1 подряд и не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.